Здравствуйте! Представляем вибрационную шлифовальную машину Makita BO4557. Это чрезвычайно компактный инструмент, один из наиболее легких в своем классе. Вес этой модели всего 900 граммов, что делает работу совершенно неутомительной. Основное назначение инструмента – шлифовка дерева и металла на небольшой площади. За счет малой амплитуды колебаний, 1,5 мм, обеспечивается высокое качество обработки. Мощность двигателя – 180 Вт. Скорость не регулируется и составляет 14 000 оборотов в минуту. Преимущество данной модели – два способа крепления шлифбумаги – при помощи липучки или зажимов. Крепление на зажимах позволяет использовать обычную абразивную бумагу. Из особенностей конструкции отмечу удобную форму корпуса и усиленный кабельный ввод. Чтобы сохранить чистоту на рабочем месте, можно подключить пылесос или установить пылесборник, который идет в комплекте. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.